спаси меня. Хочу тебя отблагодарить. На, возьми. Помогите. Мой муж. Повар забрал его в яму. Он хочет сжечь его. Он сожжет его живьем. Всегда хотел умереть в окружении близких. Сраные говнюки. Эй! Очень тебе благодарен. Пойдем. Слышал о выживальщиках. Им бы пригодилась твоя помощь. Очевидно, ты не из сектантских ублюдков. Можно тебя на пару слов? Так вот. Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинину. Они согласились. Он подошел к родителям, снял с них обувь и начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Он рассмеялся и поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Это невозможно забыть. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он повар. Твою мать, их уже жгут. Слабые, грязные, недостойные. Их души увязли в грязи. Он приготовит их в огне. Гори! Гори в пламени отца! Один готов. Слабые умрут! Благодатный огонь очистит вас! Разберемся, с чем имеем дело. На блудово здание! Отец укрепил мою силу! Для тебя нет спасения! Thank you.
Эта мразь заслуживала худшей участи. И что? Пустота. Дач был прав. Повар мертв, и я ничего не чувствую. Я всегда хотела найти его. И вот я не знаю, что мне теперь делать. Дач во многом был прав, как оказалось. Насчет секты и Лая. Может, и тебя. Ты, если тебе нужна будет помощь, скажи ей. И спасибо. Спасибо тебе за все. Только попробуй. Привет, помощник. Подружиться с моей племяшкой непросто. Но если тебе нужен кто-то, кто делает все быстро и тихо, это она. Приведи за ней, ладно? У нее была тяжелая жизнь. Кто нашел, берет себе. Что-то есть. Я иду.
Здесь держали большинство пленников. Но нам еще много кого надо спасти. Зверей на севере делать нечего. Заблудилась, что ли? Слава богу, мы спасли этих людей. Эй, не поможешь? Добрый день. Как поживаешь? Ты не отсюда? У меня тут проблема. Может, поможешь? Спасибо за помощь. Ты молодец. Спасла многих. Спасибо. Суть в том, что я знаю этих уродов. Как заводные. Они везут сюда грузовики за новобранцами. Хочу устроить им сюрприз, когда они будут у ворот. Взорвем грузовики, чтобы они не смогли их больше использовать. Главное, они не должны ускользнуть от нас. Кто-то вывел сектантов из себя. Не ты, Час? Лесопилка снова наша. Вот и Аков взбесится. Надеюсь, ты не из этих грёбаных эдемщиков. Черт, не вижу! Здорово было. Надо почаще так развлекаться. Вперед! Thank you.
на месте, и отлично. Хороший враг, мертвый враг. Вижу врага! Иди за дорогой, остальное на мне. Я иду. Thank you.
Лучше умри в бою! Я пошла! Хрен вам, уроды! На душу, грешник! Бог тебя не любит! Черт, скорее помоги! Как же больно. Да мы вообще крутые. Нет зажигалки? Моя сломалась. Осознать не успею. Знаешь, по делам тебе. Считай, уже там. Yeah.
будет тихо. Да-да. Начинай копать им могилы. Я кого-то вижу. Тут вся долина лакомый кусок. Ворон, не считай. Наша. Кто сказал? Готовься, пора крошить. Уже иду. Принято. За дело! Я пошла! Нам теперь нужнее. В другой раз, уроды. Тебе. Погоди, я спущусь. Я думала, мне конец. Спасибо тебе. Я Сара.
Сара Перкинс. Я была главой отряда по защите дикой природы. Мы изучали местных волков и нашли это. Это в этом лесу слишком опасно. Ладно, дело вот в чем. Это волки, но я таких раньше не видела. Сектанты называют их судьи. Они больше, сильнее и злее местных видов. Секта пыталась заставить нас помогать им. А когда мы отказались, они спустили на нас этих тварей. Илай с выживальщиками спасли меня. С тех пор пытаюсь отплатить добром за добро. Есть у меня мысль, как использовать формулу секты, чтобы выследить судей. Но у меня в распоряжении только трупы. Мне нужен живой судья. Знаю, это очень опасно, но я в отчаянии. Сектанты тренируют волков в лагере «Прорыв». Если ты сделаешь это, то я смогу придумать способ, как с ними бороться. Встретимся в лагере, когда закончишь. Лаборатория. Не знаю, какая. Посмотри на эти кусты. Здесь недавно были велороги. Насекомые. Давай. Боже мой! Заёшь его! Не надо! Чёрт! Охренеть! Садись, вон! Помогите! Иду! Мне надо с тобой поговорить.
Есть минутка? Когда Иаков приехал в горы, я сразу поняла, жди беды. Он начал ловить волков. Теперь мы знаем, зачем. Да что за хрень? Это наш шанс. Я не хочу умирать! Нет! Они здесь! Кто-нибудь, помогите! Врагу не пожелаешь. Люди Иакова остерегаются дома Драбманов. Нужно проверить, как у них дела. Нашел берег. Мы все тебе так благодарны. Скажи, если что найдешь. Нет зажигалки? Моя сломалась. Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. Кажется, меня везли в бункер. Спасибо тебе. Я видел судей неподалеку. Если они унюхают стряпню Чеда, ему кранты. Пойдем. Нельзя бросать в беде хорошего человека. В округе появился человек, называющий себя солдатом. Он убивает наших братьев и сестер и подвергает проект опасности. Хочу, чтобы это трусливое ничтожество знало, я слежу за тобой. Мои охотники скоро найдут тебя. Ты не сбежишь. Охотники, это дурной знак. Яков отправит за тобой своих лучших людей. Уничтожь! Будь начеку, помощник. Ну и где твой отец? Кто нашел, берет себе.
Что нашла? Этот мир слаб, мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники. Слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными. И теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко, и жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Выйти и проверь там. Боже, больно.
Уокер на гниле здесь не один день. Уокер, открой окна. Да, сэр. И вырубите долбаную музыку. Блин, это Салли. Давно он у них. Зачем нам это? Одни трупы. И все-таки проверь. Вечно я проверяю трупы. Твою мать! Что? Вот черт. Тут живая. Уокер, подгони тачку. Да, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги-ка мне. Элай, это... Ага. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем ее в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай о Тэмми, она поймет. Выпей-ка это. Ты что, вконец долбанулся? Успокойся. Мы с Уити решили... Ах, вы решили? Эй, я тут максимум наблюдатель. Это глупо. И очень опасно. О чем вы думали? А что мне было делать? Бросить ее. Тэмми. Она торчала там целую вечность. Люди потом меняются навсегда. Я знаю. Ей нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал. Это не обсуждается, она нам нужна. И хватит об этом. Понятно? Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я серьезно. Ты нам нужна. Отдыхай пока. Привет! Смотри, кто восстал из мертвых. Я рад бы поболтать, но тебя Элай ждет. О, ты проснулась? Элай хотел с тобой поболтать. Эй, тебя Элай ждет. Иди поговори с ним. Домой из леса зайчика, а вот потом... Извини. Мой пес откусил ему голову. Нам быстро живых собачек. Голос тухло. Рад, что ты в порядке. Проверь, достаточно. Мы следили за тобой, помощник. На всякий случай. Да, что ты понравилось. Ладно, давай к делу. Хорошего солдата я вижу сразу. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя эдемщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей! Удачи! Никогда не выходи без пушки. Здесь опасно.
Нитрата аммония всегда мало. Ого, ты познакомилась с Лаем. Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечена всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Господи, это Кори. Был у тоннеля глаз сокола. Эти гады сталкивали людей вниз. В общем, спасать уже не... Я рад, что ты с нами. Значит, тебе лучше. Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Элай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Вот в чем дело. Уити хочет включить пиратскую станцию. Элай, он сказал, что это поможет координировать действия. Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Мне нужно... Вот будет у тебя свой ядерный бункер, тогда и поговорим. Четыре было бы проще. Ноют, что мало патронов, а по мне там видно. Возьми ты лук, сделай сам себе смелый навык. Я иду. Что тут такое? Я вот ни хрена не знала. Помощник, я хотел узнать, как ты там. На днях мы потеряли два патруля. Уокер, помнишь его?